маски, потому что холодно. Лер, а что у тебя с волосами? Корни покрасила. Еврейские корни ничем не закрасишь. Марина, почему ты все время шутки загоняешь? А потому что после каждой шутки, даже если она не смешная, вы должны мне хлопать, потому что я красивая. Ты что такая дерзкая? Девочки, а это кто? А теперь представьте, у блондинки появились мозги. Ну и что мне с этим делать? Лер, вообще-то у нас миниатюра. Гопница у Кинешемского Хима. Ну-ка, тормозни, пацанчик, ну-ка, тормозни, пацанчик, Конечно, целовалась. Ну, а сколько раз? Дай вспомнить. Ну, было один раз. А ты целовалась? Ой, дай вспомнить. Лаком на колготке! Эта песня
моей жизни, моей мамы. Ой, не реви, у святых Киричевых еще будет. С вами была команда КВН «Бэд Дэй». Спасибо!